Чего мне шлете эту херню? А. Ой. Малстрой, пришел к Юре Джеткар, значит, купить напизженные деньги от лохов, которые любят просирать деньги в казино и во всем остальном, вместо того, чтобы потратить их на себя либо на свое развитие. Значит, пришел и сказал, я хочу потратить 4,5 миллиона долларов. Юра, как бизнесмен порядочный, человека знаю лично. Да, нахуй. Да, тем более вся эта история с Майбахом вообще охуенная была. Ебать, он порядочный, просто пиздец. Нигде не обосрался, во всех ситуациях вел себя порядочно, как настоящий мужик. Говорит, да без проблем, привезем с удовольствием. Взяли деньги, взяли предоплату, отправили, значит... Смотря комментарии Давидыча, не забывай, что этот человек берет машины на обзоры у Чертайвы. А, так он у читачки берет? Ну, слушай, это понятно, я поэтому сразу понял, что, ебать, что ко мне такое отношение? Подожди, ты, типа, либо ты реально хочешь объективную оценить ситуацию, либо что это за хуйня? Типа, блядь, маленький ты там, не сюда деньги тратишь, блядь, то-то, это, блядь, напиженные бабки. Он уже, блядь, два или три раза сказал, что все бабки я спиздил у кого-то, нахуй. Ёбаный ты в рот, блядь. На покупку машины, там, процесс оформления, там, и так далее, доставка, начали просчитывать, там, искать. Короче, суть заключается в чем? Человек через какое-то время говорит, а я, блядь, не хочу, я в розыске. Кого это ебёт, Вася? Нехуй было делать дела, после которых ты в розыске. А если ты попал в розыск... А ты знаешь, как я попал в розыск? Я на ушко тебе шепну. Я ничего не сделал. Я просто не пошел в армию. В том-то и дело, что я ничего не сделал, нахуй. Дела делать, блядь. Сука, нахуй. В том-то и прикол, что я ничего, нахуй, даже не сделал. Ну хорошо, ладно, это к ситуации не относится. Это действительно мои проблемы, и только я за них в ответе. Я понимаю это. Блядь. Чтобы, блядь, просто не пиздеть хуйни. Задаток был 500к! Все, блядь! Смотрите, беда, ну как это работает? Типа, ты вносишь задаток, если ты отказываешься от машины, задаток сгорает, да? Почему он забрал все деньги, блядь? В общем, минус, в общем, проблема, блядь. Почему он все деньги забрал, блядь? Плюс, ну реально, Юра мне сам сказал, блядь, ну сам он мне говорил, это же он в салоне меня уговаривал купить у него Бугатти, заказать точнее, скорее, блядь, Южный, там, вроде, да, вот. Ну сам же уговаривал, блядь. Пиздец. Почему, когда я, нахуй, ну, отношусь как-то по-доброму, там, я даже согласился, блядь, там, уже начал носить деньги, без какой-то там документной волокиты. Ну, я понимаю, что это уже моя проблема. Теперь но просто, блядь... Юра, его надо называть Питер Петтигрю. Кто знает, тот поймет. Ну, я же даже, блядь, ну, нормально все сделал, там даже пиздец прям. Порядочно даже. Порядочно, реально. По-порядочному сказал ему, Юра, блядь, ну все, ну типа, ну забери полуляма, о которых мы договаривались, блядь, все, все риски, взял, все нахуй. Но просто Юра, он не может быть в минусе, даже на рубль, просто даже на рубль, нахуй. Вот. Как-то так. Поэтому, ну, видимо, вот так вот решили. Тамаев это вообще отдельная история, это просто пиздец вообще. Вот. Причем я-то, понимаете, фишка в том, что я-то помощи ничьей не просил. Тамаев тоже навязал мне. После того, как я на стриме это сказал, Тамаев же тоже так это навязал. Блядь, давай я тебе помогу, давай. Ну что, ебать, я его реально динамил даже, ну, точнее, я ему несколько раз говорил, подожди, мне нужно время на принятие решения, там, подожди там 2-3 дня, подумаем. Вот, блядь. Как бы. И по итогу, нахуй, ну, чтобы все было реально, ну, порядочно, нормально, блядь, чтобы просто подъехал, поговорил. Потому что Юра не отдавал деньги, блядь. Думал, типа, вот. Согласился, блядь. Я даже не просил помощи, я просто согласился, блядь, на его навязчивые услуги, блядь. Я бы даже реально не назвал это так, что я, блядь, у кого-то там попросил помощи, нахуй. Переписка всякая есть, у меня сохранилась на телефоне. Вот. Я вам ее попозже покажу. И, блядь, ну и чё? Ну смотри, ну я-то согласен, ну сгори задаток, блядь, ну просто сгори, да и всё.
Блин, я понимаю, я был бы реально неправ там, я был бы реально охуевшим каким-то типом, если бы сказал, слушай, блядь, мне машина не нужна уже, верни всю сумму, нахуй, все лям 600 верни, типа, блядь, не, она мне не нужна. Да. Нет, ну я сказал, блядь, ну забери там за, типа, блядь, за всю хуйню и полляма зелени, блядь. Ну вот. И по итогу я получил вообще ноль, и вот как-то. Как-то вот так.